більшими розмірами. 30 на 24. Сегодня произошел прилет ракеты в наше товарищество. Я 20 лет здесь, на Затоке, гостиница. У нас 30 членов товарищества. Все гостиницы, там у кого-то большая, у кого-то маленькая. Ну вот, 3 часа ночи там был взрыв. И слышно аж в городе. Разрушило, крыши нету, окна выбиты, по стенам трещины, внутри перегородки попадали, перестенки, вагонка попадала. Ну, вот такое все перемешано с мебелью совсем, ударная волна такая сильная. Ну, это ужас. Вообще ужасно, эта ракета прилетела, там воронка 50 метров в диаметре и глубина как озеро образовалась. Там было 30, ну, таких небольших домиков, вот они все сгорели, один пепел.